Недавно открылся новый проект под названием Marshall Roleplay. Фишка данного сервера заключается в том, что сервер недавно открылся, и ты можешь участвовать в развитии данного сервера. Это довольно очень круто. Также есть промокод TOFIKDEEPSIZE, вводить его нужно в MN промокодах. В общем, ссылка на данный сервер будет в описании. Да поехали просто на район групп, попробуем принять. Что думаешь, мы нас убьют, блядь, или что? Ну, пойдем. Давай, как вспомним, блядь, вот представь нахуй, ты, блядь, печенье ебаный, тебе надо принять. Примите. Не, серьезно, давай попробуем приняться. Ты где? Давайте я за вами заеду сейчас. Я бегу, давай, закупался. Сейчас, блядь, по РП нас нахуй примут. Девятый ранг, это уже не по РП, это офиг. А ты с кафе? Да. Я с кафе. Его вообще ебется, откуда мы нахуй? Сейчас, Андрюха, давай. Пожди, у Ника Ренессанс получается лидер, да? Потому что у него скин такой модневый. Да, это не Ренессанс, брат. Йоу, Нига. Брат. Есть набор. Фому. Блядь. Ты чё, охуел, блядь? Чего, блядь? Сука, вар. Пошлите, блядь, в отстек, блядь, трахну его в жопу, нахуй. Мы с кафе, блядь. Кто здесь, блядь, нас точно так примут или не? Пацаны! Он чё, банду! Трофик, войди. Сука, админы, блядь, спасите мою жопу! Эй, чего? Меня ещё и кикнуло! Вот мразь, сука, блядь. Сука, я умрут, ебаба, её сейчас заварнят. Я тебе отвечаю, написал в репорт, его сейчас заварнят. Давай, варните его, нахуй. Сука, заварните его, ну. Давайте, короче, больше. Ха, сука, варн получил, мразь, ебать. Девятый отстек, наказан, блядь. Вот это мы его разъебали, у меня ещё ТПшнули, блядь, вот чё? Вот это он соснул. Чё? Вот он соснул, реально. Чё, пацаны? Вот это я понимаю, блядь. Мне еще нахуй в репорт админ пишет Тофик топ. Вот это я понимаю, меня уважают, нахуй, на сервачке, блядь. Ну что, блядь? Уважение. Кто в банду, блядь? Давайте, пацанов ровных, блядь. Мой девятый ранг, нахуй, теперь, Винка. Как, тебя приняли, да? Да. Меня. Подождите в банду. Меня, пацаны. Тофик, возьми это. Все, меня тоже приняли там в банду. Меня. Это просто заебись. Итак, ребята, в общем, гайд таков. Если вы играете на адвансе и вам нужен инвайт, просто подбегайте на район и пишите: мы с кафе. Вот, все, шикарно. Если вы еще заварните 9 ранг, вы получите охуенное уважение, вам дадут сразу 7 ранг. Просто заебись. После того, как нас приняли в банду, нас добавили в конференцию. Но с конференции нас начал удалять 9 ранг, которого заварнили за ДМ. И мы решили добавить его в скайп и с ним пообщаться. Поехали. Ну, ты меня удалил, потому что тебя заварнили за меня. Зачем ты меня вот брал, ну, и убивал на районе? Потому что я не желаю видеть таких представителей в банде. А чем я тебе не нравлюсь? Ты обманываешь своих подписчиков. Чем я обманываю их? Ну, ты сказал, например, что тебе не проплатил вайс. А даже если мне платит вайт, ты завидуешь то, что я играю здесь платно, ты бесплатно? Какая разница, играю я здесь платно или бесплатно? То есть у тебя, положи, я так понял, ты завидуешь этому, и ты не хочешь, чтобы я был в банде? Подожди, а почему ты в начале разговора говоришь, что ты не хочешь, чтобы я был в этой банде, потому что мне платит адванс? Здорово, я есть. Это сказал к тому, что ты пиздишь подписчиков. В смысле? А ты что думаешь, мои подписчики не знают, что мне платят за ролики или что? Свой последний посмотри, или какой-то предпоследний, неважно. Ты придурок, я это сейчас все фрапшу и залью на YouTube. Давай, я тебе сказал еще раз, потому что тебя закинул незнакомый ни мне, ни лидеру человек. Хорошо, а почему ты не АТКшен? Ну, зачем ты меня убивал на 9 ранге на районе? И ты писал, я хочу видеоролик. Еще. Ты подошел ко мне, говоришь, я хочу видеоролик. Начал меня убивать, получил варн, удалил меня с кафе. Объяснил это тем, то, что тебя добавил левый чувак. Но ты меня удалил после того, как тебя заварнили. И потом ты еще сказал то, что я не хочу, чтобы ты был в банде, потому что тебе платят адванс, и ты обманываешь своих подписчиков. Я играю так же, как и ты. Ты завидуешь тому, то, что я чего-то добился на ютубе, и мне за это платят. Это моя работа, а ты играешь бесплатно. Я за тебя рад, что ты чего-то добился в сампе, я сейчас вообще не про это говорю. Ну хорошо, а почему ты меня убивал на районе тогда? Я тебя просто так убивал. И просто... до этого я тебя еще перед коптом... Ну после, просто так ты вот берешь, убиваешь на районе, и просто так вот такие сервера и портят за таких людей, как ты. Вайт, поверь мне, не из-за меня испортился, а из-за его
так сказать, регулярных игроков. За регулярных? Ну вот именно, а ты являешься регулярным я игроком. Я не являюсь регулярным игроком. Да, почему ты был 9-м рангом? Потому что тут стоит мой друг, вот и все. Ну вот, ты регулярно который здесь играешь. Полтора года. Вот именно, полтора года ты здесь регулярно играешь со своим другом. И ты берешь, убиваешь меня на районе. Зачем ты это делаешь? Я тебе еще раз говорю, я тебя убил просто так. Ну вот, ведь зачем ты меня просто так берешь и убиваешь? Вот ты получил вар, ты доволен этому? Да. Ну все? Да. Ебать налетело. Давай ты в ахуе нарастишь. Ладно, Игорек, пора заканчивать разговор. Игорек, какие ты выводы для себя сделал? Расскажи мне. Игорек, извиняйся, блять. Фернуш, извиняйся, сука. Игорек, мне кажется, пора извиниться уже, да? Давай, извиняйся перед всей публикой. Да, Игорек. Игорек на колени. Сосать плюс лежать. Игорек. Лежать плюс сосать. Игорек. Что? Ну что? Извиняйся, блять. Я за это извиняться не буду, спасибо. Игорёк. Ты дебил, что ли, блядь? Игорёк, ну тебя ж... На колени, да, Игорёк, на колени. Ебать, Игорёк, мне тебя так жалко, бля. Ладно, Игорёк, давай, удачи. Пиздец, пап. О, бля, меня Игорёк с конфы отключил. О, ну, реально, за таких вот дебилов, блядь, и портятся сервера. Вот так вот, друзья. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он вам понравился, друзья. Не забудь поставить колокольчик, это обязательно. Кто пришел по рекомендациям, это уже ваш выбор, то есть, но моя аудитория, пожалуйста, поставьте колокольчик, я вас очень сильно прошу. Лайкосик и комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Всем еще раз спасибо, с вами был, как всегда, ваш любимый Александр Тофик Дипсайз и его друзья. Всем спасибо, еще раз, да, еще раз всем спасибо и пока. Еще второнюсь. О, нормально, приехал.